Всем привет, дорогие друзья, с вами я, сука ебаная, и сегодня мы поиграем в Экинатора. Да. Это такой вот человек, он угадывает ваших персонажей, которых вы загадали. И что ж, начнем. Такс. Ваш персонаж существует в реальности? Нет. Ваш персонаж человеческая голова? Да. Ваш персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж носит трусы? Нет. Нет. Ваш персонаж с японской анимацией манги? Нет. Нет. Да. Нет. Ваш персонаж использует огнестрельное оружие. Ну, возможно, частично. Да. О, да. Нет. Mortal Kombat? Нет. Черные волосы? Да. Нет. Нет. Он, кажется, не догадается. Да, а, нет, все. Вот только сказал, не догадается, уже все. Темноко. Нет. Все, он знает. Думаю, и вы отгадали уже, кто это. Ну, да, Алекс Мерсер из игры «Прототип». Да. Так, теперь, наверное, загадаем с какого-нибудь Ютуба. Или даже не знаю, как загадать. Загадаем-ка еще почти такого же, ну как «Прототип». Так, ваш персонаж существует в реальности? Возможно, частично. Что у нас? Нет. Так, ваш персонаж человеческая голова? Возможно, частично. Есть рога? Нету, по-моему, рогов у него. Хороший? Возможно, частично. Но он ни на кого он не нападал. Ваш персонаж герой мультфильма «Лунтик и его друзья»? Нет. Вы чё? Ваш персонаж имеет отношение к небу? Да. Так, бог? Нет. Он не бог. Ваш персонаж связан с космосом? Нет. Ваш персонаж призрак? Нет. Ну, если вы видели, он не призрак. Да. Ангел? Ну как? Наверное, нет. Это я еще не знаю. Может, ну... Нет, клюв у него. Так, у вашего персонажа есть хвост? Нет, по-моему. Нет. Так, ваш персонаж прожил более 100 лет. Я не знаю, сколько он прожил. Ваш персонаж носит это оружие? Нет. Ваш персонаж носит одежду? Нет. Ваш персонаж насеком? Ну да, немного. Ну, конечно, насекомое. Нет, он не маленький. Одну букву. Умеет фамилию с вашего персонажа, начиная с одной буквы. Ваш персонаж пишет статьи про... Как он может писать? Ваш персонаж умеет летать? Да. Ну и кто же? Человек-мотылёк, правильно. Теперь кого же нам загадать? Бронза. Так, кого же загадать нам? Кого же? Даже не знаю, кого вам загадать. Нет, его я не буду загадывать. А, не знаю, кого загадать. Да. Да.
Нет. Ну, возможно, частично. Он играл мне, потому что ваше постоянно накачанное тело. Я не знаю. Вы же постоянно раз показывали лицо? Хоть раз показывали. Да, он почти всегда показывает лицо. Постоянно больше на 1 миллион подписчиков. По-моему, да. Я давно не сходил. Какой Вангай? Постоянно же есть кот. Я не знаю. Ваш персонаж играет в команде не знаю. Ваш персонаж есть купе? Не знаю. Скорее всего нету. GTA 5. Да, по-моему, играл. The Forest. Ваш персонаж снимает обновление. Обновление? Но нет. Снимает. CSGO. Ваш персонаж играет в CSGO? Не знаю. Ваш персонаж круглый. Ну, я не знаю, что он имеет под видом круглый. Имя вашего персонажа состоит из 3 букв. Нет. Да, русский. Не знаю, догадается он или нет. Diversity. Нет. Ваш персонаж все конечности на месте, да. Что, у него не должны быть на месте? Ну да, он играл. Связан, наверное. Светлый? Нет. Нет. Half-Life. Играл, по-моему. Блондином? Нет. Это нет, не знаю. Ой, это ты спрашивал уже. Я не знаю. Не знаю. Ну, да мне отгадать, наверное. Или отгадает. Вот этот юзер, что ли? Нет, я загадал на самом деле Андрея Нефёдова. Нет. Ну что ж, ладно, всем спасибо за просмотр. С вами я был, сука, ебаная. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро будет шо. Если вы спрашиваете данным списке, то увидите, пожалуйста. О, тут даже эти есть. Ну ладно, нету. Ну ладно, скоро будет еще. Это Акинатора. Так что всем спасибо, всем пока.